участники программы «Жилье для российской семьи» теперь могут получать субсидии на снижение процентных ставок ипотечного кредита до 5% годовых при приобретении квартир в строящихся и во вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах. Мера принята на одном из заседаний правительства Курганской области в июле этого года. Первые шаги граждан, то есть обратиться в органы местного самоуправления. То есть их должны эти органы определить, является он льготником или не является. Далее он в органах местного самоуправления, его ставят на учет, соответственно, и выдают постановление, то, что он является участником данной программы. С постановлением в руках будущим собственникам жилья нужно прийти в Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Всего в рамках реализуемых проектов строительства приобрести жилье по льготным ценам смогут около 2500 зауральских семей. Квартиры можно приобретать как за счет собственных, так и за счет заемных средств. Это зависит от решения граждан. 5% годовых – это вообще, можно сказать, подарок. То есть под такие процентные ставки, то есть если по областной программе, то 7,5 уже считается, в принципе, хорошо. То есть если банк выдает под 12,5, а человек берет под 7,5, а тут под 5%. Изменения в подпрограмме направлены на повышение доступности жилья с использованием льготного ипотечного кредита, а также развитие жилищного строительства в регионе в целом. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».